О Господи Боже, о великий и крепкий и праведный, нас врагом рассуди, и да будет твой суд правоверный щитом впереди. Собрались дружинники князя, кто пеше, кто конно. Александр Ярославич повел с ними речь неуклонно. Други, братья, помянем не кровь и не плоть, а слова, что с нами прибудет Господь. И дружинники все оградились крестом перед битвой. На бой смертный за матушку Русь шли с мечом и с молитвой.